Всем привет, девочки мои! И сегодня я для вас снимаю влог о том, как я поеду в лагерь. Мы уже выехали на улицу, плюс 32. Отличная погодка, чтобы выехать в лагерь. И я забыла вчера купить в продуктовом спрей от комаров, поэтому мы его купили на заправке. Легко, да? Там мой вон чемодан. Что само велика. Приехали! Это чмошник один, вот. Вот наш лагерь. Вот, стоп. Девочка, сколько лет? А тебе 10? 10? Давайте сейчас раз поприкорим. Что? Что ты там? Да. Помните жук? Мы не хотим потрогать руками. Его что? А ты как его в мусорку засунешь? Подожди. Я его выкинула. А, дверь. Какая мусорка? Все хорошо, да, девочки? Малика срет по островам. И, в общем-то, в номере наш чуть попозже покажу. Короче. А мы приехали в лагерницу, тут ее вещи. Все нормально, да? Окей. Мы в пятой провинции, в пятом отряде. Мы самые старшие. Сейчас у нас тихий час. С двух до четырех, наверное. И у нас уже был обед. Еда была вот такая вот просто. У нас такая дверь вот такая вот, потом тут такой стеллаж, там у нас обувь стоит наша, ну, короче, вот, да, сюда, типа, вещи вешать, а тут ее мыло-мойка, моя мыло-мойка, мои духи, тут еще одна дверь, выключатели, о, и тут туалет, ой, вот это туалет, есть душ, это маника, вот. Ну, короче, вот у нас тут туалет. Вот так заходим. У нас тут огромный шкаф, просто гигантский. Тут вещи маленькие. Вот тут мои вещи на вешалке, чемодан, тут ее вещи. Это мой шкафчик. Тут вот так вот. Тут вот такая вот штука. Это зеркало. Тут, тут тумбочки. Это моя ужасная кровать, на которой нет матраса. Это ее кровать. И тут еще одна кровать. Понятно. И стол. И балкон, на который нам нельзя выходить, но... Ладно. У нас уже закончился сейчас. И сейчас мы куда-то пойдем. А я в кепке своего братика. Мне не идут так эти кепки. У нас... Что? В общем, вечером сегодня, скорее всего, мы желаем... Какой-то модный... Мы сходили на ужин, нам давали рис, курицу, огурцы, невкусный йогурт. И, короче, мы чуть-чуть поели, но я чуть-чуть поела. Она красится. Я чуть-чуть подкрасилась тоже. И мы сейчас пойдем на вечернее мероприятие. У нас такие ужасные этот отряд. У нас ужасный лагерь, в общем. Да. Забрали кровати. Сейчас ходили на зарядку. Сейчас мы пойдем кушать. И там какая-то музыка. Спит, и все спят. Ну, наверное. Ну, короче, нужно тихо.
Ветер сейчас. Эти дом сразу в фарш просто. Же, у нас еще 10 минут есть. 10 минут. Может, надо попросить. Придумать речь. Сейчас он как буду я видел. Это репортаж с места нахождения. Это стол, где сидит мальчик и Карен. Вот это стакан Карен. Идемте дальше. Все побежали, а мы как обычно остались сзади. А там стоит наш отряд, что-то делает. Там стоит чему одно такое. Только одно. Угу. Под названием Карен. Который купил сегодня нашей харкоты. Я сварила. Мы пошли, бабуль, пока. Нет. Вы забыли еще денег взять. Вам же не хватит, как всегда. А можно мне денег? Где? Мы считаем. Два. Руслан мой. Это Арсений, это мой краш. Ждите, он мне даже помахал. Поможи еще. Все. Мой. Мы делали ладошки. У меня рука немножко черная, мне немножко голубая. Короче, тут мыла нету. Ну, тут, по идее, капец классно. Вот так вот руку подставляешь, оно капает, но тут его нет. У нас сейчас будет дискотека. Ой, у нас сейчас разойдя. Я вот такая делать. Но я что-то немножечко стесняюсь, как идти. Волосы я их, короче, очень плохо выровняла. Карен мне их еще намочил. Сейчас будем выпрямлять их. Мои вещи мокрые, грязные, потому что на меня пролили суп. Вот так вот, перед фотосессией. Класс, обожаю. И мне пришлось переодеться вот в это. Отметель пахнет супом. Класс, я считаю, это самое лучшее, что со мной могло произойти. У меня еще кроссовки немного мокрые, но я одену их, потому что там очень жарко. Все, и боковые чуть-чуть, знаете, вот такой небольшой контур. Я очень редко снимаю. Ну ладно. В общем-то, мы сейчас пойдем на вечернее мероприятие, потом мы пойдем на... И не готова. Потом пойдем на дискотеку, мы пойдем на дискотеке, потом пойдем играть в ночную игру, типа «Ангелы и демоны». Вот, и еще мы играли в две игры перед ужином. Вот. Они меня все кинули, были в одной команде, я была одна. Я просилась к тебе. Поймал. Это кофта, нифига. Поймал. Да какая? Ночные процедурки, чек. Мелька, сколько время? Короче, где-то 9:10. Мы пришли только в комнату. У нас сегодня не было свечки, а еще у меня были спрыщи. А вот, и короче, я разговариваю. Я тихо, потому что там в соседней комнате девочки. Стены очень долго. Поселиться нашими чувствами. Сегодняшними чувствами? Этот враг меня снимает. Он самодостаточная какая. Ее обнял мальчик из третьей провинции, хотя она вообще-то занята. Арсений из третьей провинции, это кринж какой-то. Привет. Мне кажется, я уже вторую начинаю с того места. Это не важно. Сегодня фиг пойми, который уже день в лагере. У нас была зарядка. Сегодня не по отрядам, не по провинциям. А мы занимались все вместе, все отряды делали одно и то же. Да. И сейчас мы пойдем на завтрак и берем с собой печеньки. Чтобы, если что, там похавать. Ждем по Сашеньку, чтобы он шел.
На камеру не видно. Покажи еду. Мы съели хлеб. Мы второй день на хлебе. Потом мы сломали розетку. Это не мы, это ты. Я починила. Сейчас проверим, работает. Сейчас примите, заходим туда. Нас украли, съели. Вы довольны? Я замечаю. Да. Ой, шипом у тебя классный. Нравится? Кстати, где орехи? Когда? В общем-то, уже какой день? Короче, сегодня среда. Проснулись, уже сходили на зарядку. У меня пухли глаза. Лика там красится, и мы сейчас пойдем на завтрак. Пока! Идем плакать, Карен уехал. Я ему паки показывала. Интервью. Можно перик? Кто вы? Перик сейчас. Я шушунтик. Вы шушунтик? А я это. А я мусульман. Так вот сделал шушунтик. Хорошо. Вы где едете? В чемодане? Я плов ем да каждый день. Да никому не интересно. Шушунтик, вы в чемодане живете? Да. Да, как там удобно? Нормально. Чай, кофе, пирожки. Нравится, да, ехать там? Ну, она сестра Карена. Я сестра Карена. С интересным чемоданом, в котором таился шушунчик с газетой, кружкой чая и кренделем. Училась находить общий язык с людьми, которых видела впервые. Итак, девочки мои, всем привет. Время где-то 7 утра. Я проснулась для того, чтобы выпрямить свои волосы, потому что просто посмотрите, в каком я состоянии. Вчера я их помыла, расчесала, а они у меня все равно закудрявились. А теперь 3 общих хлопка. Так, девочки мои, это наше отрядное место. Любимые. Возьму эти фото. Итак, это look of the day. Сейчас, короче, да. Это кажется мне модный футболка. И завтра не паблик. Look. Gosh. Сейчас у нас будет рок-дискотека. Короче, мы сейчас по року сидим, как все кажется, нормально что-то сделали, типа рок, там, так, что в красненький, то мы... И вот, конечно, как девочка. А мы просто вот так, сказали идти в черный, я вообще не хотела идти в черный, хотела быть по-другому. Как софтик. Скажите, Слава. Это Маша. Главный инструктор. Ой, старший, что-то такое. По-моему, сам.
Серьезно, такой вообще. Никогда я вот таким не буду. Я уже почти забрала свой чемодан. Зажила вот такую штуку мальки. Она спит. Еще у нас очень скрипят полы. Последний завтрак вместе. Орехи есть. Сейчас у нас студия, и это Хаги-Ваги Спортик. Ну а так мы рисуем дракона. Спасибо. Повторить? Да, вот вы сможете повторить, покажи. Я могу. Повторить. Смотри, давай. Вот, девочки повторили. Смотри, нифига. Тебе хороший. Короче, я вот так бью, и вы все это отлетаете. Раз, два, три. А вы ой, блин! Подождите еще. Ну, чмокни его в лоб. Еще в губы. Это же десять. Все, давай, не конец. Все, давай, по чехол положу. По чехол вот так еще. Ну что, прощай, Хаги. Было неплохо. Но мы уезжаем. Пока, Хаги. Сестры или подружки? Это снять еще.